Пришла посылочка со стеклоправа. Значит, первая позиция. Наш толщиномер российский. Вот. Пишет 0,21. А на некрашенной поверхности 0,07. Но видно плохо в экране, а так видно все нормально. Вот в таком чехольчике. Это у нас экран немножко другой, как у меня был. Вот этот менее прозрачный, этот более прозрачный. А в принципе линейки все те же самые. Будет разновидность: один прозрачный, другой нет. Значит, локлайн, присоска. Сколько она миллиметров? Так, получается 75 миллиметров. Где? Вот локлайн тоже 10. Клипсодеры такие в виде ломов. Ими можно, по-моему, не только клипсы снимать. Подвесик. Ну и еще один наконечничек. Под пробойнички вот такие вот. Вот. Вот такая вот посылочка пришла. Продолжаем. Это буржуинский пробойник. И резьба на наконечнике тоже буржуйская. А вот самодельный пробойничек. И резьба оказалась наша. Это очень хорошо. Вот, теперь у меня вот такой пробойничек есть. Наш российский получается. Дальше собираем локлайн. Вот сейчас посмотрим, вот как это все выглядит. Вот, вот как-то так. Держит прям очень хорошо, с большим усилием отрывается. Вот 75-ка, вот так вот прозрачненький свет. Вот там получается желтый на машине видно, когда просвечивается, а так вроде зеленый. К этой присоске еще вот такой защитный экранчик идет. Ну вот, эта присоска 100 миллиметровая, это 75. Вот такая между ними разница, между лампочками.